Приветствую, друзья! Мой телефон говорит, мы в прямом эфире. Поэтому я начну с песни, пока подключаются у нас новые участники, который называется «Благодать», потому что я получил слово «такая обманчивая благодать». Вот хочу поговорить сегодня об этом. Поэтому... Приветствую первых участников, приветствую первые сердечки. Хотел начать с песни, пока подключаются новые гости на мой эфир. Ну, в общем, он для тех, кто не спит, кому не спится. Ну, тогда еще повторю то, с чего начал. Сегодня получил такое слово. И вроде бы как во сне, такая обманчивая благодать. Привет. И хочу поговорить об этом, об обманчивой благодати, о выгодной благодати. Но для начала давайте мы с вами споем. Твою благодать не могу я понять. Твоя благодать, Отец, неисследима. И еще раз. Твою благодать не могу я понять. Твоя благодать, Отец, неисследима. Сколько дней, сколько лет я одет и согрет. Сколько раз тьма и смерть прошли, Господи, мимо. Благодать, благодать Твоя льется на меня, льется от престола через кровь Христа я каждый день живу в благодати новой, благодать, благодать Твоя льется на меня, льется через слово, через кровь. Здесь такие слова в песне. Благодать, которую я не могу понять. И мы сегодня поговорим о том, что жена мешает понять эту благодать. Благодатью твоей становлюсь я сильней. Она укрепляет и меня поднимает. Благодатью живу, благодатью дышу. Благодать в образ твой меня преображает. Благодать, благодать твоя льется на меня, льется от престола через кровь Христа я каждый день живу в благодати новой, благодать. Аллилуйя, драгоценная. Приветствую вас, ну, привет всем, кому не спится, ну, еще и рано спать, в принципе. Драгоценное, вот слово такое сегодня вот прям не отпускает, пришло, даже думал не записывать, потому что так много в соцсетях это сейчас, ну, обговаривается, мусолится, и слово-то не просто благодать пришло, а такое, знаете, обманчивая благодать. Обманчивая благодать, разговаривал с женой, она говорит, ну, наверное, лучше назвать выгодная благодать. И вот, значит, прочитаю я вам, вот сразу слово такое пришло. Это Иоанна 1 глава, в 18 стихе, в 16 написано. «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». И вот, когда я услышал два слова «благодать», сейчас просто не хочу там... корни лести, ну просто вот та картинка, за которой повел, я верю, меня Дух Святой,
я услышал два раза слово благодать. Благодать на благодать. Всегда как бы, ну, я смотрел на эти вещи, как сказать, вот благодать, еще и благодать, благодать, благодать приумножается, как любовь, много-много-много. Ну, а здесь появилась такая картинка, как две стороны одной медали, потому что мы сегодня слышим о гиперблагодати, крайность такая, или закон тоже другая крайность. Давайте попробуем сегодня это как-то все-таки соединить, чтобы был определенный баланс, чтобы мы не падали в одну либо в другую канаву. Потому что есть одна сторона благодати, а есть другая сторона благодати, и которая, в общем, она и называется благодать. И вот после этого, ну, меня сразу, конечно же, повело в книгу Евреям, 11 главу, где, понимаете, одна сторона благодати показывала чудеса, воскрешение из мертвых и так далее. Я все-таки вот прочитаю, наверное, это неплохо прочитать Святое Писание. А другая сторона благодати показывала на то, как эта благодать, она просто помогала достойно принимать смерть за волю Господню. И вот, что здесь написано. Евреям 11 глава, с 32 по 39 стих. Всем вам известные стихи, но так нам все-таки нужно, как бы сказать, перечитывая и перечитывая Библию, вникать и вникать в Слово Божье. И здесь написано, и что еще скажу. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараве, о Самсоне, и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, и жены получали умерших своих воскресшими. И вот это, конечно же, ну, бомба, которую, ну, как бы сказать, хотелось бы вот так нам жить, и чтобы это шло и не прекращалось. Но есть вторая часть. Вот как я говорю, одна сторона благодати, она показывает вот как раз на вот эти подвиги, которые, ну, яркие, которые заметны. Но есть другая сторона благодати, которая также показывает на подвиги, которые, может быть, они не оценены или не оценены вот именно при жизни. Но слава Богу, что это до нас приходит, и мы на этой истории учимся. И вот смотрите, иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, значит, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного. Драгоценные, ну вот, как я вот знаю, я помню, когда в 92-м году покаялся, вот пришел в церковь, и когда ты много слышал, ну, о победах, о смерти Иисуса Христа, о воскресении, что Господь, Он сделал все для тебя. И вот знаете, когда ты слышишь только одну сторону, то у меня даже, знаете, такая как бы картина сложилась о том, что, ну, вот поэтому как бы 11 из 12 апостолов, они умерли, так скажем, мученической смертью. Если бы они бы знали сегодня наше откровение, то скорее бы это так с ними не произошло. Кроме того, под пытками был также 12 апостол Иоанн. Это на самом деле были чудеса, но все они прошли через скорби. После того, когда, казалось бы, жертва Иисуса Христа, она принесена, и вдруг мы видим, что жертву этих 12 апостолов, как Святое Писание говорит, если семя не умрет, то не принесет много плода. И благодаря им, то, что они благодаря вот именно как бы через дверь, и эта дверь была только дверь через смерть, которую они прошли для того, чтобы весь мир, он услышал Слово Божье. И вот я, значит, ну сколько, наверное, уже лет 6 прошло, я, значит, поехал на похороны одного пастора, за которого мы молились, дружили, и он умер, и значит, я еду, думаю, Господи, и что я буду говорить, потому что, ну, на похоронах как раз я вел это служение, и потому что так много мы говорим о победах, о воскресении, об исцелениях, и мы должны в этом стоять, и мы должны идти, несмотря ни на что. Даже если кто-то умирает, мы все равно должны продолжать молиться за воскресение, за исцеление, и стоять на этом. Но все-таки возникают такие вопросы, но почему это произошло? И когда я, помню, летел в этот город,
И я даже стих написал, хотя, так скажем, особо-то и не пишу, ну, вообще не пишу. Но несколько все-таки вот стихотворений было написано. И вот я получил слова от Господа, написал стихотворение, которое называлось, я его назвал «Заземление», что мы глубоко заземлены. Вот именно к этой земле Господь хочет разземлить нас. И вот эта смерть как раз на этих похоронах, когда мы были такой, ну, на похоронах всегда такое присутствие Господне приходит, потому что мы часто на похоронах, почти всегда, особенно когда хороним верующих людей, мы чувствуем присутствие Господа, и Бог дает надежду родственникам о том, что все-таки мы живем в вечности, что смерть — это переход в новое такое измерение, и почти все они принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Во всяком случае, вот на каких похоронах я был, особенно вот на таких, на мирских, и люди открываются очень сильно. И вот как раз я там получил и донес до людей то, что мы глубоко заземлены. И Господь хочет разземлить нас, потому что наша точка отсчета, ну, скажем, если мы ее отсчитываем на земле, хотя это может быть не совсем правильно, потому что наша точка отсчета на небесах, и мы появляемся на этой земле каким-то образом, и потому что мы до этого прошли смерть, погребение и воскресение, и точка нашего, как бы скажем, окончания или финала, она опять на небесах. И поэтому тогда, когда мы забываем о небесах, то Господь каким-то образом, ну, даже через похороны, через смерть, Он нам напоминает. Я не хочу сейчас привязывать это, что Господь этим хотел нам что-то, ну, как бы показать, поэтому специально человек умер там или заболел. Нет, просто многие вещи Господь, Он вообще не объясняет. Но во всяком случае, даже вот из таких печальных событий, Господь нам показывает на небеса то, что мы должны быть всегда в надежде, всегда в вере. И вот, к примеру, помните, на исцеление было хромого, и ученики спросили его в Иоанна 9 главе, а кто виноват в этой болезни, кто согрешил, он или родители его? И Господь сказал, что не согрешил ни он, ни родители его, но эта болезнь, она к славе Божьей. Больше ничего не стал объяснять. Я просто хочу сказать то, что в этой жизни мы будем видеть, как бы сказать, и печальные события, и радостные события. Я сейчас не хочу трогать наш внутренний мир, в котором всегда радость, аллилуйя, радость спасения. Почему Господь и сказал, чтобы ученики больше радовались не исцелением, которое приходит, или то, что бесы повинуются им, а находились в радости того, что их имена записаны в книге жизни. И это такая, понимаете, вот правда, двухсторонняя благодать, аллилуйя, о которой мы сейчас читали. Одни получали чудеса исцеления, воскресения, а другие так и не возвращались. И во всем этом было присутствие благодати. Я помню еще одну историю, когда мы были на одной конференции, а до этой конференции такой случай случился. Мы одну семью отправляли на миссию, на которую, но они не поехали на эту миссию. И я тогда, помню, подошел ну, как бы к мужу, к жене, и сказал, ну, я говорю, вы чувствуете, я чувствую, что вы меня даже избегать, ну, начинаете, поэтому я хочу вам сказать, поедете вы на миссию, либо не поедете, давайте не будем терять отношения. Дело в том, что не то, что я вас там заставлял или прогонял или отправлял, вы же сами получили и этот город и хотели выезжать, но по каким-то причинам, может быть, из страха, может быть, из-за каких-то вещей, может быть, передумали, может быть, Бог остановил, они не пошли, я не хотел разговаривать на эту тему, потому что они не хотели поддерживать этот разговор, и поэтому я сказал, поедете вы или не поедете, отношение мое к вам не изменится, я вас буду продолжать любить, поэтому свободно, давайте дальше будем продолжать общаться. И, значит, через некоторое время жена беременеет, и у ней получается выкидыш. И нашелся такой один злой брат, как у царя Давида, говорит, негодные были, которые, говорит, не будем делиться добычей, которую мы, как передовой отряд, заработали с тем обозом, который не перешел реку и остался. И Давид сказал, это негодные люди. Отныне я ставлю в закон, что будем делиться и с обозом, и тот, кто был на передовой, потому что первые станут последние, последние станут первыми. Так вот,
И выкидыш был, и вот этот злой брат один, он сказал, это связано с тем, что вы не поехали на миссию. Ну, я как мог ободрял, видать, все-таки, вот, скажем, в сердце попало, ну, вот этой семье, вот это, как бы, скажем, ну, связка, типа, вот выкидыш связан с тем, что мы не поехали на миссию, и не случилось бы чего еще хуже. И, значит, мы были на одной конференции. И, значит, этот брат подбегает ко мне там после очередного там собрания и говорит: пастор, я, говорит, у Господа спросил, что вот это, мы потеряли ребенка, потому что мы не поехали на миссию. И я, говорит, услышал, как Господь прям так четко мне сказал, что неужели ты думаешь, что я такой плохой? И все, он больше ничего не стал объяснять мне, Господь ничего не стал связывать. И когда этот брат подбежал ко мне, я ему сказал: слушай, дорогой, вот никого не слушай, вот стой на том, что сказал тебе Господь, аллилуйя. Живи свободно, живи радостно, а там дальше это личное отношение твое с Господом, как говорится, и все встанет на свои полочки. И вот, переходя от этих историй, ну, и я как бы и хочу сказать, что благодать, она многокрасочна, аллилуйя. В благодати ты можешь жить, с одной стороны, как и на дне, так и наверху. И вот я бы вот сейчас хотел, да, кто-то понял меня, послал сердечко. И во имя Иисуса Христа я прямо сейчас молюсь, что, может быть, тебя смущали какие-то моменты в твоей жизни, и ты их связывал с тем, что сейчас это принимаешь как некий плод в твоей жизни от тех неправильных решений. Но во имя Иисуса Христа я просто чувствую, что я должен здесь эти вещи остановить и сказать тебе: все, шлагбаум опущен, прошлое прошло, и как апостол Павел сказал, забывая заднее, простираемся вперед, аллилуйя. Поэтому Бог не имеет к тебе ничего. Я просто вот, ну вот у меня такое на сердце, аллилуйя. Двигайся, живи, радуйся во имя Иисуса Христа, разрушая все комплексы. Аминь. И вот я сейчас в этой теме хочу также немного сказать о личных пророчествах, которые мы получаем в нашу жизнь, чтобы продолжить эту тему. И таким общением с Богом. Хочу разделить эти вещи, понимаете, те пророчества, которые мы получаем, и наше личное общение, потому что часто вот именно то рема, которое живет внутри нас, от слова, которое мы получаем, мы его, бывает, ну, как бы сказать, называем пророчеством. Но давайте в контексте вот этой темы, вот сегодняшней, я разделю эти моменты. Почему? Потому что пророчество, которое ты получаешь снаружи, это не совсем именно то, что приравнивается к твоему личному общению с Господом. Почему? Потому что ты можешь получать пророчество, но не иметь общения с Господом. Или, имея общение с Господом, просто игнорировать пророчества, которые идут в твою жизнь. Сейчас я прочитаю, да. Аллилуйя, да, вот мне уже свидетельства идут такие, слава Богу. Слава Богу, аминь. Я не буду читать это слово, я просто благословляю тебя. И во имя Иисуса Христа, на самом деле, я просто чувствую, что в этом эфире, точно так же, как я привел эту историю об этой семье, Господь не имеет к тебе ничего, и во имя Иисуса Христа разрушает всякую тяжелую ношу, всякое бремя, которое ты носил до этого. Аминь. Аллилуйя. Будем жить свободно. Так вот, и вот, значит, смотрите, я сейчас хочу дать несколько мест Писаний, которые показывают на те пророчества, которые получил апостол Павел, и вот именно то слово, которое он имел внутри себя, которое, как бы скажем, было противоположным друг к другу. Но на самом деле, аллилуйя, Господь работает как с той, так с другой стороны. Сейчас вы поймете меня, когда я прочитаю. Вот смотрите, Деяния, 20 глава, там с 20 по 25 стих, но я прочитаю один стих, написано о том, что по влечению Духа, пишет апостол Павел, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Вот смотрите, по влечению Духа он шел в Иерусалим, не зная, что встретится с ним. Другое место Писания, Деяния, 21 глава, 4 стих. По внушению Духа, смотрите, то же самое слово, там по влечению, здесь по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Смотрите, два места Писания.
И везде, там влечение духа, здесь внушение духа. То есть, смотрите, с одной стороны, влечение духа было, чтобы Павел шел в Иерусалим, и также пророчески активированные люди в его команде получали внушение от духа, что в Иерусалиме его ждет смертельная опасность. И истолковывая все эти вещи, они говорили ему не ходить в Иерусалим. Поэтому, вот знаете, как бы, когда мы говорим о пророческом служении, вот недавно я проводил курса пророческой активации, я показал вот три основных столба пророческого служения. Это первое, ты получаешь откровение, слово. Второе, ты его должен истолковать, аллилуйя. Истолковать его должен правильно. И третье, ты его должен применить, аллилуйя. Вот и все, три столба, на которых держится пророческое служение. И вот то истолкование, оно не всегда совпадает с тем, что хочет от нас Господь. И вот смотрите, оба, значит, один получает двигаться, но влечет его дух. Даже вот понимаете, вот это влечение, это не приказ, это, как бы сказать, не давление было. А понимаете, ты когда чувствуешь вот эту волну, чувствуешь, вот Господь хочет, чтобы ты это сделал. Вот понимаете, это вот точно так же, как вот отец послал сына своего единородного Иисуса Христа. И у него, понимаете, был выбор. Он мог вот так остановиться и сказать, нет, не пойду. Помните, он молился о том, что доминует меня чаша сия. И вот понимаете, вот здесь это, но влечение Бога. И он принимает решение, но да будет воля твоя, то есть совершенная воля, понимаете? Слава Господу Богу. И вот здесь влечение духа, наверное, уже много я на этом остановился. Вот смотрите, и в одном, и в другом местописании говорит Дух Святой. И вот тогда мы смотрим, а что, Дух Святой разделился, что ли? И вот здесь мы видим как раз вот это личное общение с Господом и личное откровение, которое получил от пророчески активированных людей на себя апостол Павел. Помните, даже пророк Агав говорил, он говорит, чей это пояс, того, говорит, ждет, но беда, проблема вот в Иерусалиме. И все приняли вот такое истолкование, решение, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. Вот так. И вот смотрите, все эти пророчества говорили о смертельной опасности, а Дух Святой внутри Павла, он просто вел его к более совершенной воле. Помните, он ему изначально в Деяниях 9 главе сказал о том, что твое призвание, видение на твою жизнь, что ты будешь проповедовать царям. И вот понимаете, и вот здесь вот эта совершенная воля Божья, которая влекла апостола Павла к тому, чтобы он все-таки, несмотря на пророчества, которые говорили ему другие люди, он пошел в Иерусалим, потому что вот как раз этот путь, он вел его к исполнению пророчества, точнее даже не пророчества, а того разговора с Господом, который был у него в 9 главе, после вот 3 дней постов, когда глаза его открылись, которые закрылись, и он ослеп после встречи с Господом. Так вот, смотрите, и вот смотрите, мы говорим о благодати, уж кто-кто, но апостол Павел вот больше всех, наверное, вот об этой благодати написал. И вот смотрите, и вот эта благодать, вот это влечение, оно вело его куда? Оно вело его к смерти драгоценной. Потому что единственная дверь, чтобы исполнить волю совершенную Господа, вот именно для апостола Павла, была в том, чтобы он прошел через дверь, которая была для него... Но смерть, потому что мы не должны бояться этих вещей, потому что Евангелие это и есть три слова: смерть, погребение и воскресение. И единственная дверь, она была открыта как только через смерть для того, чтобы окончательно проповедовать вот именно царям, которые были у него на суде, перед выездом, на выезде, и тогда, когда он приехал уже в Иерусалим, и когда он был там в Риме, да. И вот смотрите, 13 стих. «Но Павел в ответ сказал», Деяния 21 глава, «что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое?» Поприветствую новых участников. «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И вот смотрите, давайте напомню, я назвал это слово, как я его назвал, обманчивая благодать, либо выгодная благодать, да, и показал две стороны благодати, и вот это две стороны одной
медали. Да, привет, сын мне привет передает. И вот, и то благодать. Но в первом случае, вот понимаете, в первом случае, когда ему пророчествовали, что не ходи в Иерусалим, останешься жив, мы еще поживем, мы еще споем. И вот если бы он выбрал первую сторону вот этой благодати, которая позволяла ему не пойти, это было решение за ним, оно не давало ему мира. Внутри него не было мира. Мир внутри него приносило вот как раз вот именно то, если бы он принял смерть. Точно так же, как это было с нашим Господом Иисусом Христом. Аллилуйя. И вот я встречался с людьми, которые, знаете, вот они просто такие вещи говорили. Мы как только услышим, говорит, цена, все, говорит, мы даже, говорит, проповеди не слушаем, мы, говорит, отворачиваемся, мы даже разговаривать об этом не хотим, мы слушать эти вещи не хотим. Но драгоценное, когда мы читаем Святое Писание, то христианство, оно вообще поставлено на цене, и христианство вообще поставлено на жертве. И вот когда мы были, по-моему, в 96-м году, я вот приезжал в Москву, тогда еще жили в Сибири, была, ну, многотысячная конференция недельная, когда приезжал Морис Сирул со своей командой, и были команды из Америки, из Швеции, и просто, ну, сильно очень было, и там тогда нам сказали, запишите, говорит, слова великого короля, не помню сейчас, как его зовут, вашей Библии. И они дали вот именно несколько предложений, которые до сих пор помню, потому что в Библии записано, и я переписываю, когда беру новую Библию, переписываю все это, что значимость или величие человека определяется целью, ради которой он живет. Еще раз скажу, значимость. Величие человека определяется целью, ради которой он живет, и ценой, которую он готов платить для исполнения этой цели, понимаете? И я тогда, задумавшись над этими вещами, просто думал, а какая у нас цель вот вообще в жизни, чтобы на самом деле в глазах Бога и в глазах людей, ну, именно пришла к тебе не из наших амбиций, не из плоти, вот эта значимость перед Богом и значимость, вот оценка от людей. Потому что цели наши разные, там цель, допустим, встать на Библию прочитать, там, или, допустим, дом купить, или там на машину заработать и так далее. Или вот как вот примеры мы все рассказывали на проповедях, которые слышали о том, что там один чемпион мира, как он пришел к этому. У них была цель, на которую работала вся его семья. И потом, когда он стал чемпионом мира, семья развалилась. Почему? Потому что цель достигнута. И цель достигнута, ну, как бы сказать, у спортсменов она достигается в достаточно раннем возрасте. А потом что? И вот тогда мне пришло местописание, которое, оно и в моем сердце, оно в моем сердце, и оно так как бы держит, ну, такой определенный стандарт и определенный маяк. У нас должна быть такая цель, за которую ты был бы готов отдать свою жизнь. И только не надо спрашивать меня, вот если придут определенные, ну, как бы проблемы в твоей жизни, смертельные опасности, которые, ну, даже скажем, Бог хочет, чтобы ты, как апостол Павел, вошел, смог ли бы ты туда пойти? Дорогие, я даже, как сказать, потенциально мы всегда к этому готовимся, но сказать сегодня, что с нами будет завтра, я так думаю, что жертва и цена каждого дня, они делают такое решение легче, когда все это наступит, потому что Иисус Христос, он был всего 3,5 года на земле в служении, но пик его служения определился 6 часами на кресте, когда текла его кровь, и тогда, когда он в последнюю, так скажем, минуту, секунду, он сказал, свершилось. Вот это и был пик его служения. Поэтому, когда я, вот, допустим, проверял свое сердце, смотрел на себя, будучи там и лидером домашней группы, там, и когда вел молитву, пастором, когда стал, епископом, когда меня рукоположили, думаю, а достоин ли я на самом деле? И мне Господь открыл такие вещи, что все, что тебе дается, как дается и другим, это просто аванс. Аванс. Почему? Потому что каждый из нас, он еще не в своем служении. Хоть ты апостол, хоть ты
епископ, какие там мы еще звания назовем. Почему? Потому что все это аванс, потому что мы призваны так же, как Иисус Христос, для определенного такого пика, к которому мы готовимся через служение. Через служение нас готовят, поэтому мы смело должны вставать в служение, которое нам предлагается, потому что именно через них мы будем натренированы, и мы войдем в то наше окончательное призвание, для чего мы здесь, на этой земле. Поэтому вот я прочитаю Деяния 20 главу, 24 стих, где апостол Павел, он определил эту цель. Я вот сегодня, ну, вот как-то вот у меня на сердце пошли вот эти местописания, которые, скажем, ну, приводят нас к определенной серьезности. И это тоже благодать, потому что последнее время слушаешь, ну, что только кайфовать надо, наслаждаться Господом. Но, дорогие, мы наслаждаемся исполнением воли Господней, потому что тогда, даже когда смертельные опасности вот здесь приходят, и я думаю, каждый из нас мог бы их тоже много перечислить в нашей жизни, пока мы служили, следовали за Иисусом Христом, вот именно то внутреннее наслаждение нам как раз давало то, что мы говорили Господу «да» за все те испытания, которые проходили в нашей жизни. А тогда, когда мы не входили в них, то наслаждения и радости было мало. Точно так же, как вот я чувствую сейчас апостола Павла, который говорит: «Не тревожьте сердце мое». Точно так же, как апостол Иисус Христос сказал Петру о том, что «отойди от меня, сатана». Потому что ты мешаешь мне вот именно сосредоточиться на той цели, которую я готовлюсь и готова и собираюсь совершить. И вот, все-таки я прочитаю Деяния 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божий». И вот это, понимаете, Евангелие благодати Божией, аллилуйя, как раз и было в том, чтобы вот он мог отдать свою жизнь, аллилуйя, вот апостол Павел. И вот это как раз и приносило ему вот именно тот Божий мир и шалом в его жизнь. Как я уже сказал, что христианство, ну как бы мы его ни крутили, оно заложено, оно основано на жертве, оно стоит на жертве Иисуса Христа. И нас апостол Павел, он просто мотивирует. Помните, в Римлянам 12 главе, в 1-2 стихе написано: «К жертве живой, святой, благоугодной». И, драгоценное, просто пусть это будет вашим таким тезисом также. Чтобы жить по духу, мы должны принести в жертву свою плоть. Чтобы жить по духу, мы не должны жить по плоти. Потому что что делает плоть? Плоть же ведь это не греховная природа. Плоть это так, потому что она распята на кресте. А плоть это когда наша душа, она соединяется с телом, игнорируя дух. Поэтому в Римлянах 12 главе, вот в 1 стихе как раз и написано о том, чтобы мы не сообразовывались с веком сим, но преобразовывались обновлением ума нашего согласно духу, понимаете? Но сообразовываться согласно духу, вот, к примеру, если он тебя влечет, если он тебя ведет на миссию, или, допустим, совершить какие-то, ну, благословенные вещи для людей, твоя плоть, она просто ее рвет, она не хочет идти. И помните, в псалмах царь Давид, он говорит: «Бум, благослови, благослови, душа моя, Господа, ты будешь исполнять то, что повелено тебе духом». Понимаете, аллилуйя, потому что дух влечет, и ты сам есть дух, в котором живет Дух Святой. Ты говоришь: «Душа, ты должна измениться». Потому что в конечном итоге, когда мы говорим о жертве, когда мы говорим о цене, о какой жертве, о какой цене мы говорим, если, как бы скажем, если мы ее игнорируем, говорим: «Нет, все Господь сделал, и больше ничего не надо». Дорогие, жертва души, которая еще имеет, может быть, память своих грехов, жертва души, смерть души, даже скажу, которая, понимаете, не хочет изменяться, которая не хочет преобразовываться, и по влечению духа мы просто, как говорит апостол Павел, чтобы духом святым умерщвлять дела плотские, аллилуйя. Вот она и есть эта жертва, вот она и есть вот эта цена.
цена. А когда слышишь некоторых, так понимаете, как будто у них все жертвы, они принесены. Им так все легко дается. Но если тебе это все легко дается, значит, для тебя это тогда не жертва. Потому что думают, что если вот когда только легко, а как легко? Для духа легко, но для моего тела, для моей души это нелегко. Поэтому, когда я что-то делаю, то тогда приходит жертва. Точно так же апостол Павел, который много написал о благодати, он сказал, приносите жертву хвалы, приносите жертву общения. Жертва – это и есть жертва, значит, определенная цена. Когда, к примеру, тебе не хочется общаться с людьми, потому что ты устал. Или когда тебе не хочется славить и поклоняться Господу, когда у тебя нет настроения. Иногда смотришь на этих супергигантов, прямо думаешь, Господи, у них так все легко, у них так все здорово. О, Господи, я уже не говорю о том, когда приходят смерти определенные в семьи благословенных людей Божьих. И когда Господь не открывает, не показывает, может, ты имеешь какое-то откровение, но не всегда Господь дает такие определенные, так скажем, ответы. Вот недавно читал пост, который сильно меня так зацепил, там, ну, скажем, ну, год назад где-то, значит, ну, в семье погиб сын, молодая семья, и жена потеряла сына. И вот когда вот, правда, вот, читаешь, вот просто вот мама описывает все эти вещи, говорит, я, говорит, хочу благодарить Господа, я хочу прославить Тебя и сказать Тебе спасибо, и тут... И сразу приходят мысли, а почему ты не уберег моего сыночка? А почему ты допустил такую боль? И вот понимаете, и в конечном итоге, когда ты все это читаешь, может быть, у тебя есть ответы, но по ходу вот того, что она писала, она приходит потом к тому, что там увидела сон, там она или кто-то ей показал, как, ну, коротко сказать, сын, который явился и сказал, и мам, не смотри на меня, смотри на тех, я-то, говорит, определен, я, говорит, уже состоялся, я уже на месте, а смотри сегодня на тех, которые еще должны достигнуть того, куда пришел я, и тогда приходит слава, и приходит благодать через эти слезы, сеющие со слезами, пожнет с радостью. И, а тут послушаешь, знаешь, у людей пустынь нету, одни только горы. Но на горы мы можем прийти только через пустыни. Раз. Потом я не раз уже слышал, что поститься нам даже не надо. Типа, зачем поститься? Иисус Христос уже попостился. У меня уже, знаете, как бы такое сразу, ну тогда, если следовать этой логике, тогда сказать, а зачем мы молимся, потому что Иисус уже помолился? Зачем мы тогда служим, когда Иисус уже послужил? Давайте сядем тогда и будем, ну вот, скрестив руки, ожидать, когда Господь нам все сделает. Поэтому это не просто ересь, это какой-то дурдом на колесах конкретный. И, дорогие, вот смотрите, выгодная благодать, выгодная. То есть, как бы, выгодная – это обманчивая благодать. Выгодная – это значит выборочная благодать. Это уже не благодать тогда, потому что, ну, нет благодати выборочной, нет обманчивой. Нет, это просто сами себя обманываем тем, что это какое-то обольщение. Но это не благодать. Это плоть, она, которая подстраивается под дух, не будучи духом, аллилуйя, но в духе ходить, чтобы у нас как аккорд, вон на гитаре были аккорд, чтобы струны, они пели вместе, аллилуйя, слава Богу. Поэтому смотрите, да, благодать, она имеет в себе милость для нас, 100%. Благодать имеет правду для нас, для прощения и кровью Христовой омытие грехов, но также благодать, она дает нам силу не грешить. И вот здесь, знаете, просто, ну, нам, ну, не знаю, не буду говорить за многих, но бывает, кого ты встречаешь, которые говорят об этих вещах или вообще с людьми, которые в проблемах реальных, а потом говорят, да, по благодати все, законченная жертва Иисуса Христа, да, законченная жертва, которая принесла нам эту благодать, аллилуйя, которая дает нам силы не грешить, а не беспредел, который мы устраиваем, просто напропалую грешим, где попало. Я сейчас не обвиняю, не сужу, не говорю тем, кто, ну, как бы сказать, ну, совершил там недавно или до этого грех. Слава Богу, милость Господа на своем месте, это в благодати. Слава Богу, есть покаяние, когда ты разворачиваешься, и благодать тебе дает силы, чтобы не грешить, аллилуйя. Слава Богу, а не просто она открывает дверь, делай, что хочу. И вот так же благодать, она, понимаете, вызывает
суд на нас, дорогие, суд на нас, если мы неправильно, ну, ее понимаем. И кто-то говорит: о, суд — это нехорошо, осуждение там не от Бога и так далее. А мы не осуждение говорим, мы о суде говорим. О каком суде? А вот, вот именно, прежде чем вот я об этом суде скажу, в Псалме 18, думал говорить, не говорить, но, видимо, придется. В Псалме 18 написано о том, что суды мои слаще меда. Почему они слаще меда? Потому что они нас в чем-то предупреждают, они не хотят нас растоптать. И раз мы начали говорить об этих вещах, то тогда, ну, скажу, что все-таки вот этот суд, который приходит, и некоторые думают, что это осуждение. Часто мы это путаем с обличением, потому что обличение, оно показать на наши проблемы, на наши грехи, для того, чтобы показать выход. Через покаяние, чтобы ты вернулся и занял, восстановил свою позицию во Христе Иисусе. А вот осуждение, оно растаптывает нас и не показывает никакого выхода. Поэтому слава Богу за эту благодать, которая не приносит это осуждение, а которая приносит нам именно вот это обличение. И вот смотрите, прочитаю вам все-таки вот об этом суде в известном местописании, которое нам говорит о вечере Господней. Это 1 Коринфянам 11 глава, 27 по 32 стих, который мы читаем, когда принимаем вечерю Господню. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Оба-на. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Видите, вечеря Господня — это также такое испытание для нас. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Тут даже не надо кого-то осуждать. Ты сам себя осуждаешь, если неправильно принимаешь. И корень этого — суд. И суд, как Псалом 18 говорит, он слаще меда, потому что он разворачивает нас, приветствует новых участников. И дальше. От того, если мы неправильно это принимаем, неправильно вечерю, неправильно кушаем тело Иисуса Христа, неправильно пьем, или вообще не едим, не пьем, а просто для нас это какие-то символы. Но Библия говорит, это не символы, это тело Христа. Это кровь Иисуса Христа. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Вот так, дорогие, вот такие вещи. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, по-другому, вечеря Господня, можно много говорить о вечере Господней, столько, ну, как бы сказать, с позитивной стороны, но это всегда с позитивной стороны. Я принимаю вечерю Господню, и одна из моих позиций приема пищи Господней, тела Его и крови, это вызывать огонь на себя. Господи, если что-то со мною не так, то открой, то покажи, потому что я не хочу быть немощным, я не хочу больным, я не хочу умирать, и помоги мне научить этому людей. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аллилуйя. Вот так, драгоценное. Слава Господу Богу. И ну что, на Псалме 18 еще остановимся? Или заканчивать будем? Аллилуйя. Ну давайте еще одно. Эту же песню вам сыграю. Аминь. Раз о благодати. Давай пишем, да, уже? Твою благодать не могу я понять. Твоя благодать, Отец, неисследима. Сколько дней, сколько лет я одет и согрет. Сколько раз тьма и смерть прошли, Господи, мимо. Благодать, благодать.
Благодать Твоя льется на меня, льется от престола через кровь. Через кровь Христа я каждый день живу, благодатью новой благодать. Аллилуйя! Ну что, Псалом 18 тогда, раз мы начали в этой теме. Итак, наша тема — обманчивая благодать или выборочная благодать, или как мы еще ее назвали, выгодная благодать. Это не благодать. Аллилуйя. Поэтому почему я взял эту песню еще, думаю, ну, наверное, надо сыграть. Потому что вот мне понравились там слова, когда написано: «Твою благодать не могу я понять». И вот для того, чтобы нам ее понять, надо смотреть на все стороны благодати, чтобы не уходить в гиперблагодать или не уходить в закон, а для того, чтобы, ну, вот этот баланс был, аллилуйя. И мы с вами привели как раз Евреям 11 главу, где посмотрели на эти вещи. Благодать для одних была воскрешение из мертвых и исцеление, чудеса и всякие знаки и знамения. Для других это благодать, которая помогала им достойно умирать за волю Божью, аллилуйя, ожидая вот этого воскресения для себя. Слава Господу Богу. И вот смотрите, Псалом 18. Здесь интересно, здесь он говорит о том, что небеса проповедуют. И давайте вот посмотрим, как небеса проповедуют. Придется прочитать весь Псалом по ходу. Небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук его вещает твердь, день дню передает речи, ночи ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин. Пробежать попроще от края небес, исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Господи, вот когда вот эти вещи читаешь, просто вау, небеса проповедуют, солнце там проходит от востока до запада, аллилуйя, и проповедуют вот именно тут целая поэзия и приносит нам определенное слово, естественно. Поэтому наши глаза не должны быть всегда на небесах. Не только вот так, но и в себя, внутренние глаза. Понимаете? Поэтому, и вот теперь мы подошли к тому, так, а о чем проповедуют небеса? Продолжаю читать. Смотрите, первое, закон Господа совершен. Дорогие, ну это просто убийство. Аллилуйя, они проповедуют о законе Господнем, который совершен. То есть он совершился. А почему он совершился? Да потому что закон, он показывал на то, что мы все виновны. И когда мы приходим с законом к этой точке отчета, Римлянам 3 глава, то тогда мы с вами понимаем, что нам нужно спасение, нам нужен Спаситель. И без него никак не обойтись. И поэтому, когда он совершился и привел к нас к этой точке, тогда он для нас, с одной стороны, упразднился в смысле того, что мы теперь, я как в одном посте написал, мы с вами стали законниками духа и жизни. Аллилуйя. Слава Господу Богу. Дальше читаем. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. О, Господи! Заповедь Господа светла, просвещает очи. И это же не просто так. Если вникнуть в эти вещи, а через кого мы вот истину слышим, через кого мы заповедь получаем, через кого повеление от Господа получаем. И вот драгоценное. Часто мы эти повеления от Господа мы получаем от людей, которые рядом с нами, которые от Господа. Если ты не доверяешь каким-то людям, просто спроси у Господа, ведь ты научен слышать Господа. Найди тех, которым ты доверяешь. Найди тех, которые не льстят твоим ушам, а
просто, Господь, скажу, покажи мне людей, которых ты хочешь видеть рядом со мной, потому что я не могу остаться без заповеди, я не могу остаться без повеления, я не могу остаться без тех, кто мне до конца не раскроет, потому что ты можешь сказать, а я хочу напрямую с Господом, а Господь показал, что в нашей жизни крест, это не только вертикаль, но и горизонталь, когда он разговаривает с тобой через других людей, аллилуйя. И вот смотрите дальше, страх Господень чист, пребывает вовек. И вот теперь, суды Господни истинны, истинны, все праведны, они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда, и капель сота, и раб твой, посмотрите, судами Господними здесь написано, охраняется ими, в соблюдении их великая награда. И вот я иногда не понимаю людей, которые, понимаете, вообще напрочь не принимают ни слова, ни цена, ни жертва, ни суды. Господи, а тогда чем этот человек, он вообще охраняется? Да, они будут говорить, любовью охраняемся, милостью, сюси-пуси только и так далее. Дорогие, но здесь же тоже благодать. Здесь же вот как раз в этих словах любовь. Почему в судах Господних великая награда и почему они слаще меда? А потому что, вот смотрите, потому что эти небеса, о которых мы читали, они нам показывают проповедь вот этих вещей, и они нам показывают динамику греха, если мы с вами не будем охраняться судами Божьими, которые приходят как напрямую от Него, точно так же они приходят и через людей, которые, понимаете, нам просто надо поменять, но может быть, как бы сказать, значение. Иногда для некоторых суд это что-то страшное, как будто он на скамье подсудимых сидит. Но здесь суд, ведь царь Давид его описал, что нам не надо этого бояться, наоборот, слава Господу Богу. И вот прям вот хочется чуть ли не перекреститься. Слава Господу Богу, что твои суды, они дошли до меня, они достигли меня, аллилуйя. Почему? Потому что, смотрите, кто усмотрит погрешности свои? Потому что тогда, когда нас куда-то занесло, нам тяжело эти погрешности увидеть. Вот понимаете, это что-то с какой-то вот космической технологией лучше сравнить. Там, понимаете, как рассказывают, что вот космические вот эти для космоса приборы, это настолько тонко, там чуть ли не лазерными лучами все делается, точно так же, как во врачебной практике, что можно увидеть только через лазерные лучи или лупу или еще там что-то такое. Точно так же мы иногда нас так заносят, что мы даже не понимаем, что мы согрешили или сделали какой-то грех, для нас просто какое-то согрешение, просто смотрите, здесь написано не грех, а погрешность. А погрешность — это то, что... вот-вот и будет грех. Вот понимаете? И вот получается, кто усмотрит погрешности свои? То есть по-другому написано. Да ни один человек не сможет усмотреть погрешности свои, потому что это как лазерный луч судов Божьих, аллилуйя, показывает сам Господь или отправляет это через других людей. Потому что, смотрите, динамика греха какая, как мы сказали? Сперва погрешности, а потом, если ты не разобрался с погрешностями, то тогда, смотри, что пишет Давид, «От тайных моих очисти меня». То есть по-другому, если не разберемся с погрешностями, то тогда придут тайные грехи. Это тогда ты уже явно знаешь, что ты грешишь, просто ты это скрываешь. И вот здесь, и от умышленных удержи раба твоего, а потом после тайных уже становится умышленно. То есть уже, без разницы, как говорится, за 7 бед один ответ. И вот смотрите, он пишет, чтобы погрешность, тайные грехи, умышленные грехи, он пишет, что это начинается с погрешности, и он молится, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Поэтому, драгоценные, давайте не будем обманываться, как написано в Святом Писании, не обманывайтесь, братья, Бог поругаем не бывает, аллилуйя. Что посеет человек, то и пожнет. И вот я хотел бы, чтобы мы не потеряли вот именно ту линию, которую я с самого начала взял, аллилуйя. По поводу благодати, не обманывайтесь, благодати, которая не есть благодать, пусть у вас не будет выборочной благодати, аллилуйя, а именно та благодать, которая на самом деле, она в Святом Писании. Давайте не будем вырывать отдельную сторону благодати, аллилуйя, давайте будем вкупе, давайте вместе рассматривать все эти вещи, дорогие мои друзья. Окропил меня
и омыл меня. И стал белее снега я, многократно омыл от греха моего. Очистил меня, сердце чистое сотворило во мне, обновило мой дух внутри меня, не отвернул меня от лица своего Господь. Окропил меня и омыл меня, и стал белее снега я, многократно омыл от греха моего. Очистил меня, сердце чистое сотворило во мне, обновило мой дух внутри меня, не отвергнул меня от лица своего Господь. Простил мой грех, омыл меня, простил, друзья, нас всех. Благодарим Тебя, простил мой грех, омыл меня, простил нас всех, благодарим Тебя. О! Окропил меня и омыл меня, и стал белее снега я, многократно омыл от греха моего. Очистил меня, сердце чистое сотворило во мне, обновил мой дух внутри меня, не отвергнул меня от лица своего Господь. Аллилуйя, дорогой мой Господь! Я благодарю Тебя за это слово. И я молюсь, Господи, за наши сердца, чтобы мы приняли, Господи, то, что Ты хочешь донести до нас. Чтобы мы не вырывали стихи, чтобы мы смотрели, Господи, их во всей полноте. И видели в них, что есть жертва, есть цена. Но для нас тогда это цена. И жертва она, и не жертва, и не цена. Тогда, когда мы, Господи, так сильно любим Тебя. Люблю Тебя, Иисус. Дорогие, слава Господу Богу! Но благословение вам и несите правильное слово от Бога и не бойтесь судов Божьих, аллилуйя, тех судов, которые приходят к нам через вечерю Господню, потому что Пасха для нас Иисус Христос, и Пасха для нас она каждый день, аллилуйя. Потому что суды, они слаще меда, аллилуйя. Потому что бывает, нас куда-то заносят, и суды нас, они просто ставят в правильную позицию, восстанавливают в ней, и просто у нас тогда становится все хорошо, аллилуйя. Да, аллилуйя, да исполнится Слово Бога в нас. Будьте благословенны, с миром Божьим. Спасибо, что вы были вместе со мной в этом эфире, и я не был один, аллилуйя, и мы все вместе, аллилуйя, двое, трое, как написано в Слове Божьем, аллилуйя, Иисус среди нас, дверь среди нас, и все мысли, которые к вам пришли, все картины, видения, которые вы видели, то слово, которое вы приняли, вы вместе с Ним вошли в эту дверь, вышли, и вы в пажить вошли, и будет исполнение всего того, даже то, о чем вы, может быть, позабыли спросить или улетели из этого. Дух Святой все знает. Будьте благословенны, ходите в свободе, аллилуйя. Не поддавайтесь на какие-то лжеучения, аллилуйя. Почему? Потому что Господь, Он чудесен, аллилуйя. Мы всегда входим в свободе Слова Божьего, когда оно нам очерчивает определенные рамки, они такие широкие, аллилуйя. Нам можно делать все, кроме греха, но даже если мы согрешили, потому что даже рожденный свыше человек, он потенциально может согрешить, аллилуйя. Для этого Господь, аллилуйя, Он и умер за нас, аллилуйя, для того, чтобы мы развернулись, чтобы не были под этим суждением, и мы двигались вперед и исполняли волю Господню. И нас ждут люди. Будьте благословенны. Аминь, драгоценные. Аллилуйя. Да, слава Иисусу. Олег, привет.